Сама залезла. Прикинь, зрители. Она училась прыгать в ванну, потом вот теперь из ванны обратно, теперь из ванны и сюда забралась. У нас там гром гремит. По-моему, ей на воду пофиг. Что я ее тут как-то тесто ради под воду засунула. И она даже не выдала желание свалить оттуда. Нафиг воду зря жечь. Лечь, точнее. Во. Она так интересно в туалет ходит. Когда как обычные кошки, а когда вот на задние лапки садится, а передним упирается на бортик туалета. Лоточка. Как суслик. Хотя первый раз, когда она под воду у меня попала, я в душе была, она все хотела, хотела ко мне в первый день. Я ее положила, взяла к себе, на нее воды капнула, и она... Ну, ей, короче, не понравилось. Вот любопытная такая вообще. Кошка всех кошек переплюнула, которые у меня были когда-либо. Я же здесь водичку. Или тебе, как тишке, кажется, что в миске невкусная водичка, а точно такая же где-то вот из раковины вкусная, да? Алиска. Алиска. Во. А, не получится же, да? Наверное, надо на себя направить как-то. Я забыла, как это делается. Как там эту камеру на себя направляешь? Я только сейчас заметила, что есть тут пауза. Когда мне как-то звонили, а я записывала с телефона, то у меня нажалось на паузу, а потом обратно пошло. Я тут в тарике сидела. Ладно, зритель, прощаюсь. Хотя, может, вот глянем. Еще не совсем прощаюсь. Ой, я тут ногой шарахнулась. Да, этот дед еще жив. В итоге он у меня, хоть и не заявлен был на май, но юзается в мае немножко. Надо на хорошенького понемножку. Спать надо.